you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay, первой серии. Мы и Кирилл Путбули, сегодня у нас будни ДПС. К нам приехала ФСБ. Кстати, Диего, это, по-моему, подписчик. Диего Трабл, вроде бы это подписчик, но я точно вам сказать не могу. Вроде бы он, я просто ник не помню. Вроде бы да, это он со мной катался, нарвался. Так, ВРК, Маркус ВРК. Сейчас у нас построение, я решил записать, вдруг что-то будет интересное проходить. Наверное. Но это не точно. Это мой подписчик, я не помню его ник, он на девятку встал, вообще красавчик. Прям молодец. Сейчас даже найду его ник. Вот, десятка Диего Крит, это лидер. Так, это у нас... Это у нас кто? А, это один бегает. Диего. Я не знаю, что здесь происходит вообще. Без понятия построения. Какой у нас фин, кстати, я? Что-то проебал. 28. Ну, неплохо, чё. Девятка. Походу, он вышел, да. Походу, он вышел. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Двигаемся. Ладно, давайте подвинемся. И сюда встану, ничего страшного. Думаю, в этом не будет. Мне то все равно, куда вставать, как бы. Поэтому все четко. Все четенько. Что, туда идти всем или что? А, че, блин. Так, что там вообще происходит? Че, половина туда, половина сюда? Хрен его знает. Так, 4.6 устав. Это, блин, еще устав, я, блин, не выучил его. Это хреново. Да, еще телефон разряженный, как читать будет. И у нас какая-то РПшка типа будет, чешо. А я хрен знает. Что-то непонятное происходит, как бы. Я не догоняю вообще. Машину за руль. Окейушки. Так. Машину за руль. Сейчас не знаю, что происходит вообще, как бы. Я без понятия. Итак, снова всем привет. Это уже следующий день, получается. Уже как-то будет ДПС в качестве влогов присутствует. Ну, знаете, как бы разделяется один день на второй, как-то соединяется вместе, как-то. Ну, это прикольно. Я сейчас еду в ДПС на своей БМВ. Кстати, на БМВ уже пробег 21 111 километров. Это очень круто, у меня 29 уровень, о чем вы не знали. Мало бензина, сейчас надо ехать. Кирилл, снимаешь, давайте отпишем. Блин, 9 утра сейчас только. Да, специально просыпаюсь. Блять, куда я написал? Да, всегда просыпаюсь рано, специально для вас, чтобы записать серию, чтобы вы уже днем ее посмотрели. Так, давайте повернем сюда. ПД, привет. Андрей Герасимов, привет тебе. Извиняюсь, неправильно прочитал. Мне подписчик вчера денег подогнал. Где-то... Сколько мне подогнал? Ну, 1200 где-то подогнал, короче. У мои стоят. Мои стоят, работают. Надо за штрафы заехать заплатить. Мои стоят, работают, надо бензо еще заправить. Ну да, он где-то мне 1200 подарил. Вообще, большое ему спасибо, он в ДПС. Блин, честно, ник его не помню. Что на В, блин. Блин, вот реально не помню, сорян. Но если он смотрит серию, он поймет, что это он. Так, видите, у меня теперь 18 миллионов есть. Раньше у меня было 17 чем-то, он мне подарил, да, где-то 1200. И... О, зарплата пришла. 7500 у меня ЗП. Кстати, смотрите на финку бизнеса просто. Она поднялась реально нормально. Так, смотрите.
За сегодня 23 тысячи, вот, среди финансовая статистика, вот. 24, 22, 17, 15, 12. Ну, вы вот видите, за 5 дней, ну, финка нормально подросла, как бы, сами понимаете. Скоро буду 13 левел, а еще ни разу не ел, не пил и не мылся. Лол. Так, что ты хочешь? Что такое? Что нужно? Что нужно? Так. Что он хочет? Что ты молчишь? Слушаю вас. Здравия желаю. Перед вами Павел Басов. Здравия. Здравия. Вы что-то хотели? Ой, бля. Вы что-то хотели? Предъявите ваши документы. Хорошо, без проблем. Мини засунул руку в карман. Достал паспорт. Паспорт. Ду передал паспорт. Паспорт человеку. Па 185. Все, чувак, убедился то, что, блядь, я свой. У меня бензина еще мало. Ёбаный ты петух, сука. Хотя, блин, я тоже там буду. Че он хочет? Че ты бегаешь по дороге, блядь? Задолбали какие-то они странные сегодня. Кок или не показалось? Сколько машина стоит? Покупал за 10 миллионов. Я эту покупал за 10 лямов. В автосалоне 5 стоит. В автосалоне стоит 5 миллионов. Я пытаюсь на целику накопить. Целика, кстати, нормальная тачка. Блин, я могу жестко тупить. Просто реально не выспался, блин. Рано очень сейчас. Для меня рано. Я лег поздновато. Проснулся. Вообще проснулся бы без 29. А сколько у тебя сейчас? У меня сейчас в банке 18 миллионов. Так. Тачки, как вижу, нету. Как всегда. Давайте поставим ее здесь. Блядь, какого хуя не заглушил ее? Давайте, ладно. Так. Все. Заглушилась. Только в банк. У меня только 300к в банке сетка на руках. Ну и машина за 600к. Чуть неплохо. Довольно-таки неплохо. Блин, ну тут пока ничего нет такого. Может, на номера сесть, хуй знает. Сейчас посмотрим. Так, жезл. Нахуй мне жезл, ладно, похуй. Хуй с ним, ладно. Так. Чё он за мной бегает? Чё, на номера сесть или чё? Так, топ-кар или используйте. А, это для жезла. Нормально, чё. Неплохо. Не знаю, номера остановиться, я просто, блин, уже стоял на номерах. Хрен знает. Поссать, можно зайти поссать. А чё, писюлька не работает. Чё он сюда бегает, ёпта. Так, продолжаем, пацаны попросили номера им дать. Так,
общем, это по-русскому. Будем выдавать им номера. Здравствуйте, мне нужны номера. Видите, сколько людей просто? Сколько людей на номера? Я на самом деле в шоке. Так, давайте, хорошо. Реально, утром столько людей, сейчас только 9 утра и, блин, реально, вот все жаловались, что номера не выдают, типа, ну, вовремя. Ну, пацаны, я исправляю ситуацию, как бы, лайкосик обязательно нужно ебануть. Так, 173. Так, сейчас выдадим 173, потому что он первый пришел, мне похуй на того чувака, то что, типа, подошел. Так. Че, сообщение можно раз в 2 секунды. Что-то биндер тупит, ебать. Ладно, пойду похаваю и потом скайп. Чувак подошел. Так, 173-му. У него денег нету. Давайте ему деньги дадим. Пай 173. Подожди, что-то я запутался. Пай 173 2000. На. У него денег нету, чувака, вообще. Мама 056. О, он тоже номера выдает. Окей. Не, ну прикольно, что мне нравится номера выдавать. Такой уселся, ебать. Дядя. И сидишь, выдаешь номера. И все. Биндер работает. И ты себе зарабатываешь повышение. И все. Мам. Ничего, неплохой номер. 167. Нету штрафов. Нормально, мне нравится. Спокойная атмосфера. Сегодня какой-то такой обычный день. Обычный денек. Тумбочка закрыта. Да-да. Омо. Вот это чуваку выпало. Омо, 3 восьмерки. Вообще четкие номера. Ебать. Вот это вообще четкие номера выпали. Я прямо ему завидую. Снимаешь. Да. Блин, чуваку, блат, номера выпали. Омо. Вообще номера четкие прям, блин. Красавчик. Юра, бро, Чак, привет тебе. Спасибо за номера. Красава. Так, выдаем дальше номера. Блин, у чуваку нормальный номер. Омо, 3 восьмерки. Ну, почти фулл блат, чуваки, нормально, чувак. Можете, блин, что-то мне, я еще не выдавал номера блатные. Гос номера, окей, чувак, без проблем. Блин, я тоже хочу кому-то выдать блат номера. Владимир Дед какой-то. И не забывайте. Так. QQL. Здорово. 59. Так. Кирилл, дай, пожалуйста, 75 тысяч. Нет, чувак, блин. Ну ты, я понимаю, что ты подписчик, но... Это будет некрасиво, если тебе дам денег, как будто, блядь, кто-то посмотрит серию, подойдет ко мне и скажет, ты ему давал, а мне не даешь, ебать. Типа, ты пидор, ну, сами понимаете. Я не буду, тем более, такие суммы, ладно, там 5-10 тысяч, но такие прям суммы давать большие. Это перебор. А он... Блин, я тоже хочу блат номера кому-то выдать, это было бы охуенно. Медик какой-то пришел номера получать. Прикольно. Так, вы хотели... Здравствуйте. Хорошо, подождите минутку. Блин, ну вообще с биндером сидеть вообще по кайфу. Просто нажимаешь и все. Прикинь, туда вручную постоянно писать. Это полный бред был бы. О, мою объяву выложили. Я кинул объяву, чтобы номера типа выдают. Пусть люди хотя бы, пока я есть, хоть придут номера, получат так. Штрафов нету, окей. У нас финт нормальный, но главных почему-то нету. О, еще одна объява вышла. Вообще четко. Так, положил номер.
Я тоже хочу хоть блат хоть раз кому-то выдать. Или букву, или цифры хотя бы. 193. Взял орх. Ну так себе номер. Так себе номер, но прикольно все равно. Блин, чувака чуть не уволили. Подписчика за то, что типа нельзя редачить, типа то, что номера выдают. Ну блин, я спрашивал у кого-то там, не помню кого, у восьмерки, то, что типа, как типа огласить людям то, что идет выдача номеров. Он типа в АД только. Ну я так и делал. Короче, странная система, вот эти все правила. Так. Никого пока что нету, чувак, чуть ранг сегодня не просрал. Можете в чате почитать, я не буду прочитывать. Ну что-то номера как-то не очень выдаются, блатные. Вот это так у него получилось, блат номер выдать, у меня что-то не получается. Что-то мне не везет. Пока что. Куплю бизнес, бюджет свободный. Ясно, понятно. Так, я уже вышел оттуда, блин, задолбался. Уже там сидеть, не знаю. Не знаю. Просто покатаемся хотя бы, посмотрим, что там люди делают. Может, это интересное будет. Это нормально? Это нормально вообще? Давайте его развяжем как-то. Ун. Куф. 67. Игрок не в наручниках. Лол. Чудо природы. Снимаешь. Да. Как-то странно. Человек меня хочет починить, не знает как. Ладно, похер. Ладно, поехали тогда. Передай привет. Данил Ядаев. Юдаев. Привет тебе. Не знаю, правильно прочитал или нет. Ух ты, бля. Ух ты, аж бамперок царапнул, блядь. Ювелирно, блядь, называю. Блядь, сука. Заебала нахуй, ёбаная хуйня. Чё тут мотоциклы стоят, ёпта? Надо на базу пригнать, ёпта. Чё тут стоят? Бери Бэху. Данил. Так, погнали. Потому что мотоциклы сейчас отвезем на базу. Чё они тут нахуй стоят? Ну, чувак на бэхе сзади едет. Ему заебись. Кто-то писал там багаются, но смотри, как это смотрится, блядь. Кому-то я бак трахаю. Тем более мусор такой, мусорочек. Оп. Оп, разворот. Разворот. Кого не будет уволен? ГАИЛ. Майор. Майорка. Малёха, я разбил мотоцикл. Ну ладно, ничего страшного. Так. Ладно, давай руль. Хер с ним. Хотел мотоциклы привезти, но в итоге что-то поломалось. Пусть чувак тоже садится. Что-то Малёха поломал я мотик. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Думаю, в этом нету. Топ-ютубер. Лол. Спасибо. Блять, аккуратно. Ювелирно. Аккуратненько. Построение, кроме отдела дежурной части. Без проблем. Привет, ютуб. Здорово. Здорово. Аккуратненько. Мерседесы тут валят. Такой обычный день сегодня. Кстати, есть заявка на лидера ДПС. Да не, спасибо. Я лидер, на лидерку я не же хочу.
Я бы на самом деле хотел либо в ФСБ пойти, либо хрен его знает на самом деле. Либо в ФСБ, либо, блин, сорян, зевнул просто сильно, либо пойти в какую-то, ну, уйти с ДПС и пойти в какую-то другую организацию, хрен знает, либо вообще никуда не идти потом. Как бы, я скучаю на самом деле за будем для боечка там, ВЧ, такси, ебать, чётенько было бы. Ну хотя, такси я могу снимать и на твинке, чем я, наверное, скоро займусь. Ну а так, в принципе, все нормально. Так, ну что ж, я думаю, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте ставить колокольчик и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm alright.